Всемирная организация здравоохранения при ВГОЭС открывает первый в мире российско-китайский тренинг-центр для диагностики, лечения и реабилитации COVID-19. В основе восстановления будут использоваться методы народной китайской медицины. Как уточнили на пресс-конференции, тренинг-центр будет работать в двух режимах. Первый – полностью онлайн. Китайские врачи дадут рекомендации пациенту. Координировать будет российский специалист. Второй режим уже на базе российского медицинского центра. Очень здорово, что мы сотрудничаем уже не на словах, а на реальных делах. Причем сотрудничаем не тогда, когда все хорошо, а тогда, когда действительно все плохо и надо поддерживать друг друга в этой тяжелой ситуации. Диагностика, лечение и реабилитация коронавируса будут проходить с использованием методов квантовой китайской традиционной медицины. Пациентам предложат квантовый массаж, акупунктуру, герудотерапию и фитотерапию. Этот метод квантовой традиционной медицины активно применяется для лечения COVID-19 в Китае, а также последствий COVID-19 в легких, сердце и мозге. Планируется, что клиника начнет работать на базе Центра учебных и научных программ ВОЗ при ВГУЭС до конца 2020 года. Кирилл Самойлов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.